какую, вы говорите, игру ввязалась Соня? Да я почти ничего не знаю о ней. Жила одна, родители ее умерли. Когда пришла работать в сады Сальвадора, голову потерял. С женой чуть не развелся. С Наташей до сих пор не разговариваем. Старый дурак. Думал, что и у нее серьезно, а она влюбилась в этого милиционера, Вову. А что вы о нем знаете? Ничего. И знать не хочу. Я, может, и старый дурак, но не мальчик. Я же понимаю, что дело не в нем, а в ней. Ей 25, она молода, красива. Мужчины на нее внимание обращали. Ну, это ей кружило голову, стала выбирать. Я порвал бы с ней, но, короче, обещал ей помочь в одном деле. Квартирный вопрос, так сказать. Хотели купить ей квартиру? Не то, что купить, а отсудить то, что принадлежит ей по праву. Кинули ее с наследством, ну да это неинтересно. Нам все интересно. Отсудили квартиру? Лично я этим не занимался. Подкинул идею своему старому приятелю. Он журналист и рубрику ведет криминальную. А он? Ну, а он покопался немного и бросил. Говорит, все шит-крыто, ловить нечего. Как вы говорите, его зовут? Да ничего он вам не расскажет. Александр Викторович, ну имя-то у него есть? Костя Ребров. А газетка как называется? Шик. Журнал. Удобно иметь под рукой толковых агентов. А ты уверена, что они взяли того снайпера? Что они с ним сделали? Не было никакого снайпера. Как не было? Вот так не было. Зато Беляев разговорился. Да и ребята размялись. Да, девочек надо выводить из игры. Да. Далеко зашли? Да, представляешь? Глубоко копают. Не ожидал. И я тоже не ожидал. Займись ими. Ты займешься. Ты. Почему я? Я в этом деле вообще не хотел участвовать. Ты кашу заварил? Вот сам и расхлебывай. Наташа. А это ты? Да, это я. Ну что? Наташ, представляешь, меня чуть не убили сейчас. Хорошо, я к тебе приеду. Wow.
Получается, мы его просто обманули. В поисках истины все приемы хороши. Не думаю. Не понимаю, почему Беляева нужно было разговорить. В принципе, он случайная зацепка. Мне понравились его пепельница и халат. Ну и чего ты молчишь? У тебя ужасная привычка говорить загадками. Хорошо, я тоже буду молчать. Когда мы пришли, у него в пепельнице были окурки. Очень много и к тому же почти целые. Он закуривал, делал пару затяжек и бросал. Потом снова закуривал. Волновался. К тому же этот халат в полдень как-то нарочито. Мол, сижу дома, никого не жду, наслаждаюсь одиночеством. У него кто-то был. А может, к нему приятель заходил? Ну, поболтали о машинах, об охоте, о женщинах. Да мало ли. Тогда чего так волноваться? А я не волнуюсь. Да я не про тебя. Чего Беляев так волновался, что целую пачку сигарет выкурил? Пока. Лампа. А. Если придет твой друг Ярослав, не рассказывай ему ничего о нашем расследовании. Да я... Ни слова. Вообще постарайся свести общение с ним к минимуму. Почему? Он очень хороший, зря я на него обиделась. Он лучше Володин друг. Лучшие друзья – идеальные враги. Костина подставили профессионально. Понимаешь? Да ты что? Кирка, ты, наверное, голодный уже? Фу. Звонила тетя Пуля из Орла. Как приедешь, немедленно соединись с ней, буду позже, Кирилл. Тетя Пуля какая-то. И так голова болит от всех проблем. Стоять, не с места, руки за голову! Вставайте. Вот так. Садитесь. Не надо плакать. Если нет денег, потом заплатите. Каких денег? Кому платить? Штраф за ложный вызов. 20 рублей 81 копейка. Да можете совсем не платить. Хотите, мы вам, как постоянному клиенту, скидку сделаем. Только в следующий раз, когда придете домой, позвоните на пульт и сообщите пароль. Какой пароль? Разный. Вчера Магадан, сегодня Орел. Тетя Пуля из Орла. Ну, конечно. Правильно, тетя Пуля. Может быть, опять врача вызвать? Голова... Нет. Голова не болит? Нет, спасибо. Все, не болит ничего. Сейчас я штраф заплачу. Да. Шутка не удалась. Миша! Да? Тебе кажется остроумным приставить ко мне хвост? Федь, ну это же ради твоей безопасности, я же волнуюсь за тебя. Скажи своим вертухаям, что они могут быть свободны. Миша хочет вам кое-что сказать. Да, Михаил. Вас понял. Лампа, что у нас с дверью? Кто замок сломал? Милиция. Ты вызвала милицию? Зачем? С охраны забыла снять. Записку мою читала? Угу. Тетя Пуля из Орла. Ты бы мог попроще написать? Пароль Орел. Ну ты даешь. Конечно, не мог. Это же шифр. Тетя Пуля – это пульт. А Орел – это Орел. Куда проще-то? Если б я написал обыкновенным текстом, то тогда какой смысл в охране-то? Ну ладно, Лампуш, не обижайся. Ну я понимаю, ты устала. О чем ты хоть думаешь?
Я вот думаю, а почему Беляев поверил в снайпера? Значит, он ожидал чего-то подобного. Ну вот, если бы мне сказали, что на меня охотится снайпер, я бы не поверила. А я бы поверил. Запросто. Лампа, ложись! Какие игрушки стали делать? Я уж не говорю о пистолетах, теперь вот винтовки. А, совсем уже скоро танки в натуральную величину в детском мире поставят. Там с дверью какая-то беда. Вот, Вовкиному пацану подарков накупили. Олеся вернется, будет новый комплект. Значит, какая у нас задача? Дверь починить раз, кроватку собрать два. И его накормить три. Правильно. Ну чего вы стоите? Пошли, дураки. Говорю тебе. Что, мы ребенка не вырастим? Вырастим. Сиротой не останется. Ярослав, вы что, банк ограбили? Гена, откуда столько денег? Это не я, это он. Слав, колись. Гонорар, Лампа, гонорар. Я мало того, что отличный оперативник, талантливый психоаналитик и просто покоритель женских сердец, я еще и выдающийся писатель и сценарист. И болтун. А гонорар-то за что? За роман или за сценарий? Что-то я ни книжек, ни фильмов не видела. Кирилл. Игрушку брось. Насчет книги я обломался. Не надо было с Галиным связываться. А фильм будет только в следующем сезоне, а пока натура ушла. О, как! И куда же она ушла? Известно куда. В декрет. Актриса наша, Бетти Славина, недавно девочку родила. Вот они с Костиным-младшим подрастут, мы их и познакомим. Лампа, сегодня 3 дня, как Володи нет. Но случай, что он влюблен, а ты на его пути уйдет с дороги, таков закон. Третий должен уйти. А когда можно забрать Володю, похоронить? До окончания следственных действий труп будет находиться в тюремном морге. Алло, ну ты что, спишь, что ли? Давай, бери трубку. Алло, Федька, мне кажется, что ты не права насчет Ярослава. Уважаемая Евлампия, Федора Панкратовна больше не занимается этим расследованием, чего и вам желаю. И не пытайтесь искать с ней контакта. Кто вы? Что вы с ней сделали? Где она? Как и положено женщине, на кухне у плиты. У плиты? А плита случайно не электрическая? Володька мужик был. И следак классный. Уходите. Лампа, ты чего, Лампа? Уходите. Чем? Баранкой! Главное, я ей все прощаю. Почему? Почему, Володь? Как сказал Сократ,
не так-то просто забыть женщину, с которой у тебя ничего не было. Это Сократ сказал? Сократ. А ты знаешь, по-моему, это сказал Аристотель. Не, по-моему, Евредит. Кирюш! Будешь уходить, не зашифровывай пароль, ладно? Постараюсь. Ну все. Кто здесь? Володя! Здравствуйте. 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 А здесь же агентство было Федора, и сама Федорова, не знаете, где она? А что ей здесь делать-то? Как это, что она здесь работает? У нее 5 дел в разработке. А, это вы насчет ее шпионских дел. Ага. Ага. Я не поняла, а Федора-то где? Опоздала, милая. Михаил Иванович мне вчера вечером так и сказал. Ты, говорит, Прасковья Ильинична, вымой тут все как следует. Закрываем контору. А кто такой Михаил Иванович? Крыстылев-то. Да муж Федоры. Он и есть настоящий сыщик. И фирма у него настоящая. А это что, получается, все не настоящее, что ли? Все 3 этажа? Это не Федорино агентство? Ну почему? Сидела она здесь. 1/2 года, наверное, сидела. Все клиентов ждала. А как ждать надоест, так идет в клуб, бассейн или ко мне зайдет чайку попить, поболтать. На мне же еще хозблок внизу, в подвале. Ничего не понимаю. Вот. Михаил Иванович тоже ничего не понимал. Он же мужик богатый. Федора пришла к нему в сыщики наниматься. Вот так они и поженились. Так он-то думал, что Федора-то его баб нормальная. Начнет ему обед готовить, детей рожать. Она говорит, не для того, говорит, я за тебя замуж выходила. Хочу быть сыщиком. Вот он эту комнату и нашел. Сиди, говорит, работай. А нет, так... А откуда вы все это знаете? Так Федора сама мне и рассказывала. Значит, получается, у нее ни одного дела не было. Почему было? Недавно он ей одну клиентку подарил. У той или убили кого, или посадили. Я уж, правда, не знаю, чем дело кончилось. Только вчера Михаил Иванович приходит ко мне в хозблок, строгий такой, и говорит, все, отбираю я у нее помещение. Все вымой там, все как следует, закрываю контору. Видимо, надоела мужику такая семейная жизнь. А не ты ли это клиентка-то? Да ты не обижайся. Она баба хорошая, только дури в башке много. Вот это тебя спрашивала. Говорит, скандал у нее.
гонораром поделишься? Да пошел ты. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Константин Ребров? Да. Бандитское поле? Ну, судя по рисунку юмора, вы оттуда. Так точно. Майор Романова. Ага. Веду расследование убийства Сони Репниной. Ну что, почитать дадите или сразу подписывать? Что, вы же текст моих показаний принесли, да? Вас ввели в заблуждение. Мы не так работаем. Ваши показания будут записаны с ваших слов. Удостоверение, кстати, покажите. Покажите, покажите. Позвольте. А документик-то фальшивый. Значит, вы не оттуда. А откуда? Евлампия Романова. Частный детектив. Работаю без лицензии. К черту лицензию. Частный? Угу. Это очень хорошо. Я вам сейчас все расскажу. Пока они меня не убрали. Кстати, вы не знаете, как они это делают? Бытовая травма. Удар током. Простенько. Угу. Так, с чего? С чего начать-то? А, о, бандитская пуля. С Соней меня познакомил. Александр Викторович Беляев. Вы не от него про меня узнали, а? Давайте сразу про квартирный вопрос. А, к делу. У Сони умер очень дальний родственник, какой-то дедушка. Жил дедушка одиноко, никакой родни, кроме Сонечки, у него не было. Да и то он ни разу в жизни не видел. Соня его тоже, понятное дело, не видела. Но о существовании деда знала. Узнала о его смерти и справедливо решила, квартирка-то теперь ее, Сонечкина, так как она единственная наследница. Соня прождала положенные полгода. Пришла к нотариусу предъявлять свои законные права на квартиру. А там ей сказали, что в квартире прописаны другие люди. Она в суд. Там тянули-тянули, ну и, собственно, признали сделку действительной. Ха, и осталась она без квартиры. А потом и вовсе позвонили и посоветовали забыть о наследстве. Мне тоже позвонили, я забыл. А она нет. Она решила копать дальше самостоятельно. А хорошая квартира была у Сониного дедушки? Квартира хорошая, неплохая. В центре Москвы. Агентство «Золотые метры», когда затевало аферу с ней, оно же о существовании Сони просто не знало. Они поленились проверить всю цепочку родственников. Ну, когда она объявилась, уперлись. А почему? На подкуп нужных людей, наверное, больше денег потратили. Больше, чем стоимость квартиры в Москве? Ну, это вряд ли. Я, конечно, понимаю, убить могут и за пустой кошелек. А вы на каком этапе расследования остановились? Я? Я остановился, когда понял, что «Золотые метры» — это процветающая фирма, и основные деньги они делают на незаконных сделках. Да, у такой конторы должна быть солидная крыша. «Золотые метры» крышует милиция. Милиция? А Соня знала об этом? Нет, я ей об этом не сказал. Я ей только посоветовал не вмешиваться. Ну зачем она полезла? Могла бы просто попросить Беляева купить ей квартиру. Справедливости ей захотелось, а справедливости нет. Есть. Может быть, вы еще и честного милиционера знаете? Знаю. Ну и где же он? Убили. Вот видите? Ладно. Я вам все рассказал, облегчил, так сказать, душу. Они ведь и мне звонили. Приходили. Разворошил кто-то их гнездо. Вот они и кусаются. А тот, кто к вам приходил, он представился? А как же. И удостоверение показал. Оно у него, в отличие от вашего, очень даже настоящее. Майор Ярослав Самоненко. Такой он обаятельный молодой человек. Тоже все о честности, о справедливости рассуждал. А. Как ты мог допустить, что Володька в общую камеру? Он же мент! Они специально драку устроили! Лампа, ну что ты на меня кричишь? Ну как будто я решил с кем Вовке сидеть! Лучшие друзья – идеальные враги. Да ты что? Подумай сама. Костина подставили профессионально. Подставили. Гонорар, Лампа. Гонорар. Алло, Ярослава Самоненко позовите, пожалуйста. Здравствуйте, Лампе, это Гена Рожков. А Ярослава нет.
А когда он будет? Он мне срочно нужен. Честно говоря, не знаю точно, он уехал. Как уехал? Куда уехал? Он в командировку уехал? Да нет, по личным делам. По личным делам? А мобильник он с собой взял? Не подскажете номер? Ой, вспомнила, у меня же есть, я ему позвоню. А на мобильник я ему звонил, он отключен. Вот, честно говоря, он мне самому очень нужен. Так неожиданно уехал. Отлично, спасибо. Можешь ты мне объяснить, зачем тебе все это нужно? Да ну ее, вообразила себе детективом, сует везде свой любопытный нос. Ну и как, успешно? Смеешься, что ли? Ни разу даже на правильный след не напала, только под ногами мешается. Однако на Беляева она вышла. Да, кстати, что с Ребровым? Ген, зайди ко мне на минуточку. Ну, теперь вы меня точно не остановите. Звонила из Нью-Йорка. Нью-Йорк. 117-ю снимите с охраны. Лампа, ты что? Ты кому сейчас звонила? В милицию, на пульт. Ты же сам сказал. Зачем? Какой пульт? Я же дома. Квартира не на охране. А чего тогда про Нью-Йорк говоришь? Мама, говорю, из Нью-Йорка звонила. Тебе привет передавала. О, такой же пиво пьешь, как и дядя Слава. А с чего ты взял? Да вон в мусорке, бутылка валяется. Он вчера водку запивал. Дурдом. Привет. Привет. А где Володя? Нет, Володя. Нет, Володя. Извини, что не позвонил. Не хотелось по телефону. Плохо дело, Лампа. Хуже некуда. Все улики против Костина. Против Костина. Лампуш, ты чего? Ничего. Извини, Кирюш, я ничего не приготовила. Да я особенно и не надеялся. Скорее бы Олеся приехала. А то уже надоело всякими полуфабрикатами питаться. А, кстати, хочешь пиццу? Отойди от нее! Не трогай! Никаким электроприбором не прикасайся! Лампуш, ты че, пиво что ли такое крепкое? Значит так, я повторяю. Электроприборы не трогать, форточки не открывать, двери не отпирать. Даже знакомым милиционерам, ты понял? А дышать хотя бы можно? Издеваешься. Заботишься о вас. Ухаживаешь за вами. А вы? Лампуш, не обижайся. Покушай. Я до нее даже не дотрагивался. Телепортации достал. Вкусно. На-на-на-на-на-на! Отдай! Дай палку! Дай палку! Оп! 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 Взять палку! Ой!
Домой, пойдем домой. Скажите спасибо, что нас сегодня вообще выпустили. Вперед. Лампа! Стучаться надо. Как ты стала прикольно одеваться? Тебе нравится, да? Угу. Какого поведения ты ожидал бы от подобной женщины? А? Неадекватного. Значит, попала. Конфету будешь? Давай. На. Ну чего стоишь? Иди, чай пей. Тебе нельзя. Здрасте. Господи. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. Здрасте. Господи, что это со мной? Не пила вроде вчера. Да не бойся, Люся, это я. Ну, твоя соседка. Знакомились, помнишь? У тебя тараканы есть? Тараканы? Ну. Тараканы, да. Так, полно на кухне. Не переведутся никак. На, отсыпь в коробочку. Сейчас. Угу. Надеюсь. Давай. Отлично. Спасибо. А тебе зачем? Разводить, что ли, хочешь? Это один китайский ресторан объявил конкурс на самых вкусных тараканов. Ах, жирники. Отнесу на дегустацию. Вдруг понравится. Денег получишь. Ой, Люся, то есть лампа. Спасибо тебе. Ну, с меня твоя бутылка, если что. У меня их еще столько. Поехал! Здрасте! Здравствуйте! Здорово! 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 Привет! Привет! А где начальник-то? Да он же в отпуске. А-а-а. Чё смотришь? Вот, смотри, на каких машинах. Ну, на таких машинах. Что, у тебя хуже, что ли? Господи. Посмотрите, какое чучело. Кому-то из нас крупно повезло. Ё-моё. Ну что, придется тянуть жребий. Давай. Жребий? Плюс-минус. Плюс. Проиграл, минус выиграл. Золотые метры туда. Он идет, Мымра. Я первая. Здрасте. С кем я могу это поговорить? Со мной. А-а. Ну, проходите. Садитесь. Здрасте. Здрасте. Да не сюда. Вот сюда, пожалуйста. Ага. Ой, ё-моё. Я вас, может, разденетесь? Ага. Я вас слушаю. Ага. О, посмотрите, какое это безобразие. Что, вы что делаете? Вы что, с ума сошли здесь? Что? Это что такое? Что это такое? Что это? Что? Что это? Уберите, что вы себе позволяете. Я сейчас милицию вызову.
Вызывайте. Не поможет. Я уже миллион раз их вызывала. Их это не волнует. Что их должно волновать? Вот эти ваши тараканы? Так это не мои тараканы. У меня в квартире идеальная чистота. А вот у соседа моего они пешком ходят. Да еще крысы есть. Не верите? Верю. Что-то мне ваше лицо очень знакомо. Так вы, наверное, мне свининку брали. Я на коптевском рынке в свином ряду стою. Мой бывший муженек на обойне это работает. Я мясо покупаю в супермаркете. Зра! Отравитесь, меня вспомните. Мой-то бывший не шилом свиней колет. Электрическим шокером. Скотина испугаться не успевает, копыта отбрасывает. Никакого адреналина, чистое мясо. От нас-то вы что хотите? Может, вы нас с санэпидемстанцией перепутали? Ничего я не перепутала. Сосед-то мой умер. От мяса? Да почему от мяса? Вчера его прирезали. А родственников никого не осталось. Так вот, квартира его стоит бесхозная, никому ничего не надо. Ну, а к нам вы почему пришли? Про наше агентство откуда узнали? Так подруга моя на картошке стоит. Она через вас квартиру покупала. А-а-а. Очень довольна осталась. Говорит, люди ведь честные, порядочные. А это такая редкость в наше время. Одни только проходимцы да сумасшедшие. А вы точно знаете, что у вашего соседа наследников-то не осталось? Знаете, как бывает? Объявится еще. Да какие наследники? Он же всю жизнь по тюрьмам мотался. А эта жилплощадь ему от мамки досталась. Да та померла недавно. Очень хорошо. Ну так займитесь в этой квартире, в конце концов. А то эта живность эта к нам переползет. Еще не дай бог бомжи заведутся. Ой, поселился бы какой-нибудь сосед. Спокойный. Эх, мужичка бы одинокого, работяща. Уважаемая... Евлампия. Очень хорошо, что вы обратились именно к нам. Знаете, современные бесхозные квартиры дают себе огромную социальную и бактериологическую угрозу. Как бы нам эту квартиру-то посмотреть? Зайти туда. Адресок, ключики. Так ключ у меня есть. Сосед, когда магазин брал, ко мне прибежал. Посадят меня, говорит, скоро Евлампия. Ты ключик возьми. Может, мамка когда убираться придет? А мамка его и померла. А я туда убираться ходить не буду. Давайте мы сделаем так. Вы сейчас адресочек запишите. Ага. А я к вам подъеду. Хорошо. О, трынькает. Алло. Лампа, я хочу бутерброд. Ну так это, в холодильнике возьми колбасу. Я не могу его открыть. Почему? Потому что холодильник – это электроприбор, а ты запретила к ним приближаться. Один раз можно. Только смотри, чтобы руки были сухие. Лампа, ты чего со мной так разговариваешь? Знаешь, не нравится, сиди голодный. Придурок. Сынок, придурок. Огоньку? Пожалуйста. Какой же еще может быть сыночек-то от бывшего? Ну да, конечно. Прорва никак не нажрется. Сколько лет сыночку-то? Да 14. Я вам адресок обещала дать. Так. Вы приезжайте в любое время. Я, это, всегда дома. Сынок-то мой боится один оставаться. На арфе целый день тринькает, придурок. Ну, я пошла. До свидания. Тырки-пырки. До свидания. Обязательно. Чао, какао. До свидания. Счастливо. Ну что, братцы? После обеда поеду. Ой, не знаю, она же сумасшедшая. Была бы нормальная, ни за что бы к нам не приперлась. Братцы, вы что, деньги сами в руки плывут. Только ты смотри там аккуратней. Ты у нас парень одинокий, работящий, а она там одна сыночка воспитывает. Знаешь, как ее сыночек называет? Как? Как? Лампа. Ты что, Фиксу потеряла, что ли? А, выплюнула. Разговаривать мешает. Спасибо тебе огромное, ты мне помог. Они, кажется, клюнули. Лампуш, может, тогда некоторые электроприборы будем считать безопасными? Не могу же я без компьютера. Договорились. Еще поможешь? Еще позвонить? Нет. Другое. Сейчас пообедаем. Я тебе все расскажу.
Договорились? Хорошо. Поехали. Хватит с тебя. Они? Наверняка. Действуй. Вот так. Давай. Привет, Лампа. А, это ты, Люсь. Ну что там в ресторане? Взяли моих тараканов? Ну. Ой, что это с Кирюшей? Здрасте, тетя Люсь. Не взяли твоих тараканов. Сказали, в них это избыточное содержание... Алкоголя? Хлора, хлора. Ты полы с хлоркой моешь. Ага. Ну вот, в следующий раз мой без хлорки, потому что это яд. Ага. Извини, Люся, мой с мылом. Ага. С мылом мой. Ой. У тети Люси такое лицо было, теперь точно пить бросит. Здрасте! Добрый день, Евлампия. Это я. Не помешал, а я вот приехал квартирку посмотреть. Кирочка, ты дяди Володины крючки не потирал? Не потерял. Вот лампа. Дай сюда. Лампа, а можно я с вами пойду? А то мне дома одному страшно. Не помешает? Ну что вы, такой умный мальчик. Пошли. Кусается? Муля, домой. Хорошо. Спасибо. Я что-то не пойму. Ваш сосед недавно въехал, что ли? Так он так всегда живет. Угу. Не успеет вещи распаковать, сразу в тюрьму. Ну, конечно. Ага. Вы говорили. Скрывай. Да, квартирка ваша, конечно, запущенная. Но ничего. Евлампия, я с вашего разрешения еще осмотрю здесь. Так, быстро говори. Как ты эти квартиры продаешь? Это ж сколько справок нужно? ЖЭК, нотариальная контора, паспортный стол. Что? Быстро говори, кто крышует вашу контору, иначе живым отсюда не выйдешь. Да ты дура, наверное, да? Сумасшедший? Дебил. А ну открой, открой дверь. Имя скажешь, выйдешь. Ну, честное слово, не знаю. Кирочка, солнышко мое, принеси дяде Володину винтовочку. Кирочка, не надо винтовочку. Я сейчас всю маме объясню, дорогая Влан. Короче. Вы понимаете, мы только смотрим эти квартиры, а потом нами, мы пешки еще в этой короче. Игре. Короче. Кирочка, держи винтовочку покрепче. Директ с этим занимается. Имя? Кого чье? Директора. А, директор Колпаков Василий Васильевич. Кирочка, опусти винтовочку. Дядя все понял. Мы сейчас к этому Колпаку поедем. Колпаков в отпуске. Я вот вам сейчас его адрес напишу. Не надо мне адрес. Вместе поедем. Нет. Я с вами не поеду, нет. Лампа! Что? Что? Кирочка! Копыта, там и больно! Убери копыта! Рот ему надо заткнуть! Дебилы! Да сиди ты тихо! Теперь куда? Налево? Направо? Прямо? Прямо! Ты только его не убивай, слушай!
Химчистка, салон дорого очень. Не волнуйся, он мне еще живым нужен. Сидеть. Такой хороший мужчина. Большой, красивый. Конечно, пригодится. Тихо ты. О, уже приехали. Приехали? Приехали. Отлично. Сидеть. Опа, там что-то случилось. Тихо. Сидеть. Он тебя дебилом обозвал, а ты смей. Подождите нас, пожалуйста. Эй, в милиции я уже был. Больше не надо. 5 минут, я только узнаю. А это кто? Смотри, вам покажется. Где? Да вот. Кирилл, привет. Здрасте. Лампа, ты что ли? Ты что так нарядилась? Ничего, а ты что, уже вернулся? Вызвали срочно труп. А почему именно вас вызвали? Телефон включил? Приказ по всем отделениям на все электробытовые девушка, случаи вызывать спектровки. Да подождите вы. Возможен серийный убийца. И кого же он убил в этой серии? Некого Колпакова Василия Васильевича. Ремонт делал, розетки менял. Колпакова, директора «Золотых метров». Я так и знала. Оперативно работаешь, Лампа. Откуда ты знала, что Колпаков убит? Интуиция подсказала. Товарищ майор, можно вас на минуточку? Сейчас. Девушка, девушка, ты будешь свой мужчина забирать? Да подождите вы. Я же вам сказала, 5 минут. 5 минут уже прошел. Какого мужчину, а? Кто это, Лампа? Коллега Колпакова. Не стойте, так, понятно. Значит так, слушай меня внимательно. Едешь за мной на Петровку, понял? Все. Ты сразу не мог сказать, кто ты такой, а? Нормально, Лампа. Дядя Слава их быстро вывезет на чистую воду. Да уж. Прикольно там спектакль замутил. Кирилл, я думаю, тебе придется уехать. Думаю, что самое безопасное – это к Володиной бабушке в деревню. Мы с тобой в такую нехорошую историю. Да ладно, Лампа, сколько раз ляпывались, ничего. А теперь чего? Собираем вещи и уезжаем. Володя. Привет, Лампа. Уезжаешь куда? Уезжаю. И ты должен ехать с нами, Володя. Не могу, Лампа, работы полно. Ярослав серийного убийцу ловит, надо ему помочь. Он мой друг. Он не друг. Ярослав серийный убийца. Не бойся, Кирилл, это игрушка. Что здесь происходит? Кирюш! Лампа, кто это? Что здесь происходит? Да стойте, я сказал!